Ребята, к нам приехал Мерседес. Здесь у нас стоит уже тюнингованная система. Задняя часть стоит. Здесь стоит активная выхлопная система. Система Тор. А что, на земле колдуны завелись? Давайте взглянем поближе на те моментики, которые нам не очень нравятся. Первое, что бросается в глаза, это то, что из пластика вот так вот, ну, слегка варварским способом все вырезали. По-хорошему, вот эти вот колоночки должны стоять вот здесь, вот аккуратненько прикреплены. Здесь они, конечно, интересно очень стоят. Второй момент — это то, что недозафиксированная выхлопная система. Звук при этом на этой машине может быть вполне себе достойный. Он может дополнять активную систему. Это мы сейчас будем настраивать. Третий момент, который не очень нравится владельцу, и мы с ним согласны, то, что одна насадка смотрит вверх, другая насадка смотрит вниз. Они кое-как в диффузоре тут стоят, непонятно как. Конечно, все это делать нужно по линейке, все это дело вымерять, и может быть даже не один раз. Что еще не хватает? Не хватает самого настоящего звука. Его не должно быть много, потому что Тор уже стоит, да, система активная выхлопа. Для того, чтобы выхлоп слегка скорректировать, мы уберем резонатор вот этот вот, сделаем прямоток. Также вот такие вот нюансики шероховатости тоже уберем. Здесь у нас уже сечет, видно черное. Там, где чернота, там обычно подсекает, и это делает звук более грязным, менее сфокусированным, менее четким. В общем, все эти работы сегодня вы увидите. Комментируйте, ставьте лайк или дизлайк, или что-нибудь еще. Мы будем очень рады за вашу активность. И ты смотри, они типа шумка делали. Надо это снимать. Вот, вот, вот. Еще и с проводами с этим надо разобраться. Вот оно. Ну и что такое нахуй?